И снова всем привет. Здравствуйте, другие и подруги. Значит, если мы не справляемся с каким-нибудь большим мужчиной на столе, да, то можем на полу сделать. Вот так вот положили человека, свернули из простыни такую трубочку. Значит, ну какая нам нога нужна? Вот это укорочено, да, значит, ее будем вытягивать. А это наоборот туда. Вот так вот положи ее. Делаем плотный захват. За голень, да? Угу. Чтобы вообще она не отпускала. И прямо вот закручиваем вот так вот, чтобы прям было плотно-плотно. Натянули, видите, под углом. Тут в пятку упираюсь, чтобы был толчок, да? И на себя. Сползает, это я, видите, плохо закрутил, значит, получше. Прям можно узелок завязать. Узелок завязать, ага. Вот, да. И получается корпусом, я двигаюсь корпусом, видите? Ух. О, почувствовал? И там тоже получается, да, 45 градусов прямо угол где-то, да? Ага. Да, примерно 45 градусов. Угу. Там он поясница потянется, угу. И таз, угу. Да, таз, угу. На сустав. Вот. Самостоятельно не повторять, а если пришли ко мне на тренинг, я вас всему научу, все покажу.